Добрый день, коллеги, с вами Ирина Хмелевская. И сегодня следующая ошибка психолога. Когда вы пытаетесь доверить копирайтеру свои тексты, когда вы находите какого-то человека, фрилансера, либо фирму, которая пишет за вас тексты. К сожалению, это может работать очень оригинальным способом, потому что тогда, возможно, будет приходить не та целевая аудитория, на которую вы рассчитывали. Возможно, будут приходить люди, которые затем будут уходить от вас очень быстро, потому что они приходят на одни тексты, которые пишет один человек, и в процессе они встречают совершенно другого человека. Ни в коем случае не совершайте такой ошибки, научитесь писать тексты сами. Для психолога очень важно уметь писать, именно писать, выражать ваши мысли, формулировать их доступным, понятным языком для клиента, изучать сторителлинг, рассказывать какие-то истории, возможно, не клиентские, возможно, истории, которые произошли с вами сегодня в обычной жизни, но делиться с людьми обязательно именно в тексте, научиться это делать и ни в коем случае не делегировать это кому-либо из помощников, либо тому человеку, который очень близок к вам, который через тексты транслирует ваши ценности, который через тексты транслирует именно ту мысль, которую вы хотите сказать, который, возможно, просто переводит аудио, которое вы наговариваете в текст, преобразует его. Только таких людей имеет смысл брать в помощнике. Но ни в коем случае не берите и не доверяйте другим людям писать тексты за вас. Это очень большая ошибка, потому что именно через текст клиент считывает, кто вы такой и насколько он готов или не готов к вам прийти. Научитесь писать тексты, коллеги. Всего доброго, всем ромашек!